Постоянный перенос сроков сдачи детской площадки в парке Зернова строители на встрече с депутатом Госдумы Денисом Москвиным объяснили задержками поставок МАФов подрядчиками. Они обратились с просьбой о переносе части финансирования по этому важному для Сарова проекту на новый сезон. И это вызвало критику со стороны Дениса Москвина. По-житейски, да, я вас понимаю прекрасно. Но мы такую практику на территории страны внедрять не будем категорически, потому что это приведет к тому, что не здесь конкретно, а в других населенных пунктах не очень эффективные руководители, да, будут задерживать реализацию этой программы. От нас люди ждут изменений прямо сейчас. Поэтому опытные руководители, опытные хозяйственники эти вопросы решают. Осматривая объекты на площадке, Денис Москвин поинтересовался у местных жителей об их отношении к возведенному объекту. Родители с детьми уже успели по достоинству оценить все нововведения. А вот старшее поколение такие изменения не сильно порадовали. Такие были яркие, красивые, здесь все стояло. А сейчас что сделали? Положили все на землю замерзшую, будет плавать. Во время разговора с Татьяной Денис Москвин сообщил, что будет держать этот момент на личном контроле и обязательно приедет в парк еще раз с наступлением тепла. Честно говоря, мне тоже нравится, и действительно это нестандартная, оригинальная история, и она, мне кажется, неплохо вписалась, и она и функциональная, это видно, да, и... Конечно, нужно разнообразить. 21 век, мы все-таки должны лучшими технологиями, тем более в таком экологичном дизайне выдержанном, ну, по-моему, замечательно. О том, какие еще изменения ждут городской парк, когда появится ФОК в Сарове и что будет с налогом на животных, Денис Москвин расскажет в эксклюзивном интервью в программе «Актуальное интервью» на канале 16 в следующий вторник в 20:10. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.